моих руках клюшка заряжена. Вот эта пушка без мата могу положить. Бросок одной кисти, огонь твой потушит. Я здесь во льду, и многие тут скажут мне: юность, сложный период, сложный период, третий период, когда порушай, вы командой летите. Но я бог-проводник, я встречаю соперника, будто он статик. Взлететь к эшелону Гагарина — наши амбиции, взять его. Да я в школе не гений, но тут на примере хоккея я математик. Если трое в квадрате, то в 9 летит соперник, тут лишь наблюдатель. А шайба вдоль борта со свистом летит. Вот это катит. Не-не-не, это не катит. Катит одну за другой забивать им. А пока не выносят урок, мы выносим его самого. Выходим на лед побеждать, как Невские 1240. Довести до конца, каждый момент проявляем себя, будто на снимке. Раз за игрой тут пас, дальше гол — это только начало, наша разминка. Крепкий защитник физически, можешь рассчитывать на падение. Если сирена вопит, значит, наше прошло нападение. Я высекаю лед под коньками, что кажется треснет. За триколор на груди, команду, фамилию позади джерси. Быть верным себе и мечте, хоть упал, но вставай, незаменимых ведь нет, это точно. Так что помним и те, кто идут до конца. Молодежная лига, хоккей, точка. За щитом или на щите, 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 мы за щитом, а вы на щите. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.